Ребята, спасибо. Thank you, guys. Это Fat Cat Cinema на сцене Европа Плюс Лайв 2015. Между прочим, друзья очень засекречены. Они предпочитают оставаться анонимными, в тени, да. Все, что известно, что они называются Fat Cat Cinema, и они из Великобритании. Как их зовут, кто они такие, не знает никто. Зато они классные, это самое главное. Да. Только я не понимаю, где наш коллега. Вы, кстати, любите сюрпризы, секреты какие-нибудь, да? Вы хотите заглянуть за кулисы Европа Плюс Лайв? Я думаю, именно там сейчас находится Илюха и проведет нам небольшую экскурсию, что же там происходит, кто как готовится к своему выступлению. Попробуем включиться за сцену. Илюха, ты нас слышишь? Мы тебя пока не видим. А, вот он! Хорошо, что вы заговорили, вы меня слышите? Да! Слышите, Илью? Во, вот так вот я вас хорошо слышу. Я стою сейчас, вы видите, да, на бэкстейдже. Обратная сторона медали. Вот она, серая сцена, серая закулисье. Здесь как бы ничего, но тут, смотрите, красивые девушки. Лера и как? И Диана, Лера и Диана, красивые, да? И вот они вот просто вот тут много людей. И среди этих людей встречаются и другие звезды. Звезды, которые исполняют песни. Сегодня на Европе Плюс Лайв. Смотрите, вот автобус Нюши. И винтаж. Винтаж отанцевал? Да. Отпел? Да. Нюша еще будет. Да. Это лайнап. Кто за кем? Дальше давайте. Идем, смотрим. Вы со мной? Вот, хорошо, я проверяю просто связь. Джон Десон пел, Базиль пел. Дальше идем. Кто у нас не пел-то? О, Сергей Лазарев, смотрите. А че? А давайте к нему заглянем, может, он там голый. Кому интересно посмотреть? Давай, давай, раскроем все секреты. Где зайти? Это туалет, насколько я знаю, да? Это что? Это закрыто? Куда? Сюда? Куда? Сюда можно? А вы уже что, ждете нас? С конями там, а здесь? О, Сергей! Лазарев! Стой там! Стой там, стой там! Мы к тебе, знаешь, с 300 тысячами людей. Да, 300 тысяч человек. Прямо сейчас смотрит меня. Вот прямо сейчас видит. Алло, вы меня слышите? Европа Плюс Лайв 2015! Продолжение! Скоро выйду на сцену, вы меня ждете? Отлично, увидимся. Серега. Ладно, давайте, вы продолжайте, а мы тут воды пока попьем. Да. Ладно, я хотел спросить, что у Сереги с пальцем, там он перебинтован. Узнаем. Я надеюсь, ничего страшного. Сергей Лазарев совсем скоро здесь на сцене Европа Плюс Лайв. А прямо сейчас вы готовы к следующему исполнителю? Это такая звезда, это такая группа. Встречайте, группа «Пицца». Всем привет!